рыба гибнет от непорядочных, малограмотных рыболовов. Отсутствие контроля, к сожалению, как везде и как во всем, приводит, ну, в общем, к такому массовому хулиганству. Всю жизнь охотился, только в пределах разумного охотился. Никогда не занимался браконьерством. Люблю свой край. Это люди, которые отличат любой след. Это люди, которые стойко переносят любые погодные невзгоды. Егерский кордон. На телеканале «Охота и рыбалка».